Здравствуйте, мистер Фри, первый мист. Ну, как первый мист, вы знаете, это же Real... Ну, современная инкарнация первого миста. Мы закончили в самом начале. И в самом этом самом начале удалось поднять сразу уже лодку и прочитать о мире, который в этой самой лодке находиться и должен. Я помню в основном два мира в этой игре. Этот, который здесь, я его знаю лучше всех. Еще один мир, который находится в дереве, он как раз с деревьями. Я его знаю похуже, не знаю точно, как проходить его. Еще я знаю, что есть этот вот мир. Я знаю, что там есть что-то со звуками. Но, кстати, я никогда много там не играл, то есть. И вроде бы миров всего четыре. Четвертый мир, кажется, находится вот здесь. Но как туда точно попадать, я вообще не знаю. Я не уверен, что я когда-либо в нем был. Представьте себе, представьте себе. Кстати говоря, знаете, что-то motion blur меня напрягает. Вот так вот вдруг опять он полез в настройки. Я вообще из прошлой записи кучу настроек удалил. Здесь опять за свое. Так. Motion blur. Бля. Все. Без motion blur гораздо лучше. Наверняка еще определенное размытие мне тоже не нравится. Другое. Ну, его я, наверное, оставлю, пока оно мне в глаза не бьет. Да, я хотел в самом начале этого видео... Эй, застрял. Думаю, что в этой игре нельзя так уж сильно застревать, как в пятом месте. В пятом месте что-то... Была какая-то полнейшая дичь с этими багами. Здесь, правда, тоже. Мы уже здесь видим определенные баги. В том числе, давайте я вам сразу покажу, что можно взять и спрятаться вот тут. Нажать на кнопку. И мы реально пытались с другом здесь нарисовать какие-то штуки, что-то сделать. Ну, это никак не помогало. Интересно, они, кстати, удалятся? Нет, они остались. Ё-моё. Я как-то даже хочу все-таки убрать за собой. Каку, извините за выражение. Все. Пошли. Пока меня здесь не подпалили, хотя я думаю, что подпалить меня здесь все-таки невозможно. И да, я хотел познакомить вас с синей и красной книжками. Пока что они ничего не показывают, только помехи. Но мы можем немножечко... Ой, ужас-то какой. Погоди, а если я отойду? Если это... Поближе. Нет, это просто была подсказка, окей. Большое спасибо. Но кто ты? Я тебя не вижу. Прошу, помоги мне. Прошу, принеси мне синие страницы. Иначе я никогда не... Из тюрьмы. Мне нужны синие страницы. Принеси их мне. Я вообще братьев все время путаю, кто из них Сирус, кто из них Ахинар, и мы в других мирах будем находить их какие-то комнаты, я тоже буду все время путать, чье что. Ну, давайте попробуем запомнить, что толстый вроде бы в синем, но я боюсь, что в какой-то момент они могут поменяться цветами, но на данный момент вроде бы как толстый в синем. Зачем? Зачем ты пришел? Принеси мне красную. Я не вижу. Красная страница. Которую тебе нужно.
Принеси мне страницу. Принеси. Помоги мне. Меня зовут Сиррус. Я несправедливо обвинен. Для моего спасения нужна только одна страница. Не одна. Возможно, он имел в виду всего лишь страницы, но уж точно не одна. Итак, красный цвет, Сиррус, более худой. Синий цвет, Ахинар, более толстый. Не забыть. Известно, что кто-то из них сделал ужасные вещи с книгами Атруса своего отца. И с мирами Атруса своего отца. Кто же из... Мы знаем, что оба. Ну, если кто-то из вас не знал, то извините, но я рассчитываю, что знали, потому что я снова и снова об этом говорил. Вроде бы как в четвертом месте можно будет разузнать о них побольше, и вроде бы как мы даже в пятом услышали, что кто-то из них свое, так сказать, доброе имя обелил, очистил, я не знаю. Ну, вряд ли выяснилось, что он не делал никаких ужасов. Может быть, он просто сделал что-то хорошее потом в итоге? Не знаю. Не проходил я четвертый мист. Или проходил и забыл. В принципе, в четвертом месте я довольно долго заходил. Далеко заходил, так что все может быть. Не помню. В любом случае, вот, пожалуйста, корабль. И все, что есть хорошего и интересного на корабле, это стул. А на стуле книга. Мне даже жаль, что я не вижу стул старым добрым образом. Мне кажется, что в какой-то момент, когда я сюда заходил, опять же, на том же 3DO, можно было совсем интереснее гораздо рассматривать стул. Но, может быть, я и вру. 3DO — странная приставка. Так же, как и Nintendo 64, она зачастую несла в себе какие-то хорошие, интересные, необычные и более проработанные версии игр. Ну вот и он, остров. Я уж не помню, как там его назвал Атрус. Корабля в скале или что. Не знаю, остановится ли сейчас камера где-то. Типа, где я появляюсь. Или, возможно, так и не остановится. Возможно, так и не... Да, похоже, так не остановится. Не помню, чтобы там был такой ливень. Наверное, со временем пройдет. И да, как мы поняли из книги, уровень моря повышается снова и снова. Я так понял, что сейчас повысился... Гораздо больше, чем был раньше. Проклятие, действительно дождь? Действительно дождь и тьма? Мне казалось, что я запомнил эти места совсем не так. Ну, на то он и ремейк ремастера, или ремастер ремейка, или ремейк ремейка. Я не знаю вообще, как правильно называть эту игру. Но вот, собственно... Мы видим перед собой примерно то, что могли наблюдать на карте. Честно говоря, внешний вид окружающего меня совершенно не вдохновляет. Когда мы дошли с моим другом на 3DO до этого мира, почти сразу, потому что я вспомнил код, я снова и снова ему говорил, типа, да, я помню, типа, это, кажется, та игра, которую я видел, и там были светофоры. Я все время говорил, что в этом мире есть какие-то светофоры, что их можно переключать. Ну, естественно, я помнил их даже не столько как буквально светофоры, сколько какие-то кнопки разноцветные. Правда, когда мы в итоге дошли до этого мира, и это точно был именно он, выяснилось, что я ничего не вижу. А, или мне нужно повернуть до тех пор, пока я хоть что-нибудь увижу. О, 130... Да, я помню, кажется, это ответ на какую-то... Эй! На какую-то головоломку. Вверх-вниз они точно не ходят. Или, может быть, нужно все-таки сначала запустить... Хоть что-нибудь. Или нет, или все-таки 135, вот, потому что здесь маяк. Непонятно, честно вам скажу. Но музыка очень хорошая.
Меня, честно говоря, конечно, напрягает, что в первом месте музыка далеко не всегда играет. Несмотря на то, что самые каноничные месты, это, я так понимаю, ну, в каком-то смысле пятый, первый и, разумеется, второй. Тем не менее, я зачастую испытываю какие-то щемящие чувства по отношению к третьему и четвертому. Но опять же, учитывая, что третий уже целиком записан, на долгое время, думаю, я буду удовлетворен. Конечно же, некоторые игры, которые я записал, по прошествию лет определенное удовлетворение с них уже снимается. Типа, как будто бы я их не видел уже 100 лет. Ну, как и было, по сути, как и есть. Так, это насос. Его задача — отсасывать воду. Например, сейчас мы можем пройти вот сюда. Поскольку в этой версии есть фонарик, то мы, по крайней мере, движемся не совсем прям в темноту. Что странно, зачастую, мне казалось, здесь геймплейно важно свет вообще включить, чтобы, ну, видеть там, где ничего не видно. Например, здесь... А, здесь теперь затопило, понятно. Ладно, попробуем давайте нажать на кнопку, наверняка ничего не выйдет. Я что-то понял, что даже не пробовал, а вдруг получится. Получилось. Что? Ну это же бессмысленно. Ну это же совершенно бессмысленно, я даже сохранюсь. Понимаете, дело в том, что, если мне не изменяет память, весь прикол всей эпохи в том, чтобы включить свет. И со светом можно было сюда пройти. Но... Получается, я могу довольно безбоязненно сюда вломиться сразу в самом начале с фонарем? Какого черта? Это же совершенно бессмысленно. Интересно, кстати, что да, что можно фонарем вводить еще и мышкой. Ладно, может быть, я просто могу... О, стоп, это... А, нет, показалось, я думал, это дверь, но нет. Может быть, здесь просто потом появится книга какая-то или что-нибудь. Я не знаю, почему меня здесь сюда пустили, это раз. Я не знаю, почему здесь ничего нет, это два. Видимо, какой-то спин мира именно в этом издании. Окей. Я хочу попасть в маяк, конечно же. А кто не хочет, как говорится? Так и не смотрел фильм «Маяк». Акопян. Ага, теперь можем пройти сюда. Я сюда не очень-то хочу. Дайте мне все-таки маяк, пожалуйста. Определенная магия... Хотел сказать, определенная магия ушла в этой версии, но нет. Нет, это было бы совершенно несправедливо и тупо так говорить. В действительности... Я, кстати, вспоминаю. Я вспоминаю. Вот, здесь есть ключ. Здесь есть ключ, и это очень важно, что он есть именно здесь. А, и здесь есть замок. Да, но я совершенно точно знаю, что нужно здесь сделать. Поэтому давайте я просто сделаю это. Вы только посмотрите-ка. А здесь будет вход внизу? Просто это же все-таки не колодец, это же все-таки маяк. Ну да, он здесь устроен именно таким образом, что здесь выйти нельзя. Просто я думал, может быть, его затопило очень сильно. И поэтому теперь вход проделали второй. Выше. Не знаю, вроде не похоже. Вот, здесь есть сундук. А из сундука... Можно слить воду. Вот, можно прям смотреть, как она льется. И закрыть сундук. Ну, в смысле, крантик. Вот так. Сундук открыть нельзя. Никак интерактизировать с ним нельзя. Ну и черт бы с ним, потому что... И так примерно понятно, что нужно делать. Эй, что ты так медленно идешь по лестнице?
Сложно с этими 3D-шками, особенно когда они не очень понимают, где у них ноги. Особенно когда им приходится перемещаться в изначально двухмерном мире. Хотя вроде бы все эти бэкграунды, наверное, они были построены в 3D сначала. Так, вот так. Теперь мы хотим, естественно, заходить сюда. Вот сюда, в эту сторону. Но там типа нет света, и нам нужно дать туда свет. Опять же. Что по-своему совершенно безумно. У меня есть фонарь, которого не было никогда. Вот. В сундуке есть ключ. Это мышка, по-моему, это старинная мышка. Ну или перерисованная старинная мышка, не знаю. Вообще, в этой игре, когда что-то несешь, это обязательно именно в мышке. Ты можешь даже это нести через все локации. И этот предмет будет именно в курсоре. Да, правильно, к черту этот самый, к черту замок. Было бы вообще забавно. Это же все-таки целый 3D Real Mist. Может быть, если воду спустить, и можно будет потом опуститься, и там действительно будет валяться этот замок. Это вполне возможно. Ну и крутим, вертим. Вроде бы это как раз дает электричество. Кстати, покуда в электричество я закрутил себе, надо попробовать посмотреть подзорную трубу в том числе, потому что может быть, как светит, может быть, теперь будет видно более отчетливо какое-нибудь место, которое мне важно увидеть. Ну и если не так, то раз 135, конечно. А да, вот, смотрите, он светится. Да, это он. Вот, пожалуйста, 135, действительно. Надо бы сразу разрешить эту загадку насчет 135, потому что это же та самая загадка, на которую обратила большое внимание Женя, с которой я справиться не мог с градусами. Это те самые чертовы градусы. Надо найти проход к этим градусам. Пока я его не вижу. Наверное, я его не вижу в упор, правда, как говорится. Опа, нет, вижу. Зайти? Ага. А, можно просто ползти туда. Прям идти туда. Прикольно. И опять же, если что, у меня есть фонарик. Блин, чертов читерский фонарик. Вот оно. Причем здесь даже понимаешь, где север находится. Он же ноль? Ой, блин, интересно, это из-за того, что у меня камера широкая, или из-за чего такой эффект безумный происходит? О боже мой, меня сейчас вырвет. Какой отстой. Какой кошмар. И где здесь 135? Это 180, да? А где тогда 135? И сколько тогда одна? Черт, я занимаюсь тем же самым, что и тогда. Одна это две. Блин, нет. Нет, я не хочу. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре это 60. А, нет, зачем я это делаю? Так, все. Я, кажется, разобрался. 135 это ровно половина от второй отрезка по 90. То есть здесь 90, здесь 90. Вместе они дают 180, а 135 это ровно половина от него. И на него, соответственно, должна указывать эта красная штука, то есть вот эта кнопка. Ой, черт. Вот эта кнопка. Да! Да! Какой-то мега-свет загорелся кругом. Я не знаю, что это значит. Я не знаю, что я сделал на самом деле. Возможно, я осветил этот, как его, корабль. Странно, при этом не выходит никак выйти. А, оп, выходит. Выходит, нормально. Думал просто дать вам послушать музыку, но
Ладно, черт бы с ней, с музыкой. Ничего себе количество капель, одновременно стекающих удивительным образом. Хотел сказать только на тех стенах, но нет, на этих тоже. И на этих тоже. Видимо, на всех стенах здесь. Хочу добежать до корабля, быстренько посмотреть, как он себя тут чувствует. По-моему, ему стало легче. В том смысле, что там действительно стало много света. Ну, пойдем посмотрим, что здесь и как. Я подозреваю... Йо, какое здесь все необычное. Я почему-то даже помню это странное освещение. Откуда же оно идет? Это, по всей видимости, прям прожектор, который светит сюда... Даже несколько прожекторов. Которые светят сюда прямо сквозь воду. Освещение идет и снаружи, хотел сказать, изнутри. Но нет, снаружи. Оу! Что? Мне и в мыслях не было нажимать на стол. Вау! Ну, по крайней мере, теперь я реально могу вернуться в мист. Это уже хотя бы что-то. Но это еще полбеды. Мне нужно не просто вернуться в мист, мне нужно действительно вернуться в мист со страницами. Как-то задачки здесь были крайне простые. Но нужно, конечно, понимать, что я почти все эти решения помню, не говоря о том, что, кажется, в этой версии они легче. Ну так вот, теперь пойдем глубоко, вглубь. Вот он, пожалуйста, проход. И если, соответственно, пройти мимо этого прохода, то вот. Теперь должны быть у нас покои братьев разных. Разные покои разных братьев. Наверное, самое удивительное, что есть именно в этом мире, очень проработанное и с музыкой, старый добрый. Никогда, кстати, в жизни не видел этих гигантских глобусов, тяжелых. Кстати, не знаю, действительно ли они были тогда тяжелыми, но на видео они, конечно, выглядят очень тяжелыми. Ну, когда крутятся такие, жох! А не какая-то очень легкая ерунда. Понятия не имею, из чего бы они должны были быть сделаны, но я подозреваю, что из какого-нибудь камня. Не вижу, что здесь, к сожалению, но и нельзя получше... Или можно? Ну, при большом желании можно постараться получше рассмотреть, но все равно ничего не понятно. Это напоминает шприц, соответственно, нож и ампулы. Наркотики, я так и знал. В том числе большое количество... Интересно, это свечи или лампы? Непонятно. Больше на свечи похоже. Так, да, большое количество разной интересной иллюминации. Скорее всего, свечной. Вот эти стулья, которые выглядят как эти самые, как ящички. Комода. Опять же, помню их очень хорошо, потому что в двухмерной версии, по-моему, можно было прямо на них смотреть. Я все время еще хотел на них пощелкать. Типа, а может быть, из стула что-нибудь... Сможет выехать, но нет, не смогло. Да, и можно в том числе смотреть сюда. Здесь, как мы понимаем, есть большие богатства. В том числе Атрус писал в своей книжке, что на острове нашли золото. А золото может сильно интересовать всех этих нехороших людей. Возможно, даже братьев. Возможно, даже сыновей Атруса. Ага, красная страница была найдена. Ее мы уже можем взять и отнести. Проблема в том, что мне казалось, что комнаты братьев связаны напрямую. Но я не вижу здесь никакой связи. Не говоря о том, что я даже не вижу ничего интересного, кроме просто страницы и все. Но если я в другую комнату забегу? Ну вот, пожалуйста, это вроде бы вход в другую комнату. Фуф, она более жесткая. Здесь, соответственно, жил Ахинар. Ахинар — это тот, кто, типа, более толстый, но, тем не менее, живущий в синем. Я все время их путал. Мне все время казалось, что в синем тот, кто не такой толстый. Но, видимо, это все глюки мои. Ой,
Ё-моё! А, мы можем череп превращать в розу и наоборот. Ну, останься на черепе. Так сказать, оставь свой истинный вид. Махинар, конечно, у нас совсем хана. Если когда-нибудь кто-нибудь из них вообще докажет свою невиновность, мне будет очень интересно, кто именно. Если не невиновность, то, по крайней мере, хоть что-то. Ха. Жить в таком месте. Честно говоря, вопрос первейший — это зачем? А тот, наоборот, роскошь невероятна. Карта. Карта. Карта? Карта. Карта. Записка. К тайнику рубильника расположен остров. Так, получить нужно лишь... Ой! Нужно лишь указание первонаперво все индикаторные в положении в кол. К причалу и переключить положение выкол. То есть нужно сначала все вкл, а потом что-то там положение выкл, и что-то там как-то это должно сработать. Мне необходимо это сфотографировать, потому что я не уверен, что это вообще можно как-то сопоставить эти разорванные части, если я когда-нибудь найду вторую. Я найду вторую, если сам не найду, то буду искать, где она. То есть все включить. Затем, видите, что-то к причалу и переключить. Выкол. Возможно, выключить, в общем, тот, который в причале. Не знаю. Давайте еще раз почитаем, что это дает. Доступ к тайнику рубильника. Тайник расположен на. То есть мы не знаем, где тайник. Мы более-менее понимаем, как его достать, но мы не знаем, где он находится. Черт. И постель эта чертова. Напоминает мне... Один матрас из 7 лет одиночества, 7 лет. 100, конечно, 100. Ну, давайте войдем в эту книгу, появившуюся из ниоткуда. Угу, просто крутится потолок и все. Видимо, так всегда будет. При возвращении. Действительно удивительно. Я же знаю это место. Да, это потолок в этой комнате, конечно же. Он вернулся. Это невероятно. Эти страницы спасут меня. Ачинар, брат мой, умоляю тебя. Будет собрано. Эти синие страницы. Путь на свободу. Все из-за того, что мой брат... Выдумщик, глупец и лгун. Прошу тебя, принеси мне синие страницы. Но не красные, не приноси мне красные. Я молю тебя. Я в тюрьме по ошибке. Я восстановлю справедливость. Умоляю, принеси мне синие страницы. Страницы, пожалуйста. Потрясающе. Никогда причем не видел, что будет, если... Освободить одного из них, то есть я слышал об этом. Я слышал, что в итоге все делается не так. Но никогда не видел своими глазами. Заходит солнце? Да, заходит.
Побежали за следующей страничкой. Ты вернулся. Спасибо, что принес мне красные страницы. Теперь тебе нужно продолжать поиски. Меня зовут Сирус. Пожалуйста, я умоляю тебя, принеси мне оставшиеся страницы. Ты должен помочь мне. Должен освободить меня. Принеси. Мне нужно больше красных страниц. Don't waste time. Умоляю, не теряй времени. Не... Освободи моего брата. Я должен покинуть тюрьму. Принеси мне красные страницы. У меня мысли сейчас. Где сейчас эти люди, которые были записаны очень-очень-очень давно на видео? Так, это отнес. Мы прочитали про ту эпоху, и я теперь хочу двигаться в какую-нибудь следующую эпоху, причем желательно вот в эту эпоху с деревом. Проблема заключается в том, что я, блин, не знаю, например, что вводить здесь. Это странно. Я помню, обычно всегда делал это методом тыка, и сейчас тоже могу сделать методом тыка-пыка, но... Пика-пи, Пикачу. Занятно. Сейчас башня направлена на сторожку-старушку. И здесь написано 724. 724, скорее всего, имеется в виду код от сейфа. Но мне не очень нужен сейчас код от сейфа. Или нужен. Хрен знает. Ладно, давайте попробуем. 724, код от сейфа. Почему бы и нет? О, смотрите, теперь работает. Ха-ха. Так, куда ты у нас направлен сейчас? Так странно. Господи, как... Это я головой вожу. Что? Как? Чё? Почему? В чё? Что? Боже мой. А-а-а. В этой игре что-то не так с просмотром. Ой, боже мой, моя голова. И это было там, и это происходит здесь сейчас. Я понятия не имею, причем с чем это связано. Как вообще можно такое сотворить? То есть как будто бы башня ходит вместе со мной? Это плохой, слишком большой угол обзора у меня? Или это просто бред какой-то? Я не знаю. А вот она и сторожка лесная. Мне всегда очень нравилось это место. На данный момент мы здесь, кажется, еще не были ни разу. Всегда потрясал вот именно этот вид, как здесь нарисована картина, и само это место было нарисовано как картина, естественно. Ну, потому что все было двухмерное. Я вот и думаю, может быть, это код от этого сейфа. Так, посмотрим, что там было. 724. 724. Да, сработало. И здесь есть спички с русским на... И написано «Мист». Ага. Я еще реально знаю, как это все делается, что нужно прям провести рукой там. Так, погодите-ка, но... А, вот, все, зажег.
зажег очень красивый двухмерный интересный огонь. Теперь что? Оу! Да, я могу повысить давление очень сильно. Сейчас я покажу, что это делает. Да, вы видите. Прекрасное дерево может вылезать очень и очень высоко под высоким давлением. Я думаю, первейшей нашей целью будет залезть наверх. Да, именно так мы и сделаем. Для этого, правда, нужно его сначала полностью опустить. Интересный, кстати, звук. РКД, не знаю, что значит. Вот можно было бы его залезть в него сейчас, но я хочу наоборот, чтобы оно опустилось и успеть в него залезть, пока оно будет подниматься. Авось получится, несмотря на максимальный, опять же, выворот огня. В принципе, получиться должно. Так. Залез. Отлично, поехали вверх. Да, вот здесь кнопка. Я могу сбить это давление. Перил, нет, ничего нет, но мне хорошо, спасибо. О, прекрасно. Жмак. Наверное, надо удерживать. Давайте просто попробуем отпустить. Да, вроде надо удерживать. Ниже нельзя? Ох ты ж, черт. Ладно, тогда сделаем иначе. И вы знаете, более того, пожалуй, мне все-таки имеет смысл прочитать об этом мире сейчас, отправиться действительно в него, потому что я помню, что книга, по-моему, прямо там и находится, то есть мне, получается, почти ничего не нужно, чтобы туда попасть. А где же только о нем читать? Лес на воде. Да, это явно он. Да, здесь будущий мост, какие-то... Угу. Что ж, я помню, что именно на этом мире в прошлый раз я остановил свои похождения по месту первому. Давайте посмотрим, что будет в этот раз. Я назвал эту эпоху «Лес на воде». И это весьма необычный мир. Хоть он и оказался именно таким, как я представлял, все же удивительно видеть его своими глазами. Вода, насколько я могу судить, полностью покрывает эту эпоху, за исключением маленького скалистого островочка. Повсюду одни лишь деревья, что растут прямо из воды. В чащу уводят мириады узких деревянных мостиков, построенных над самой водой. Полагаю, соорудили их довольно давно, ведь они выглядят ветхими. Мне не терпится узнать больше об этом крае и его обитателях. Однако прибыл я сюда довольно поздно и должен отдохнуть. Этим утром меня разбудил странный шум, доносившийся с дорожки, пролегавшей по соседству с той, на которой я спал. Я увидел, что в мою сторону направляется группа обезьяноподобных созданий. Они еще не заметили меня. Никакой угрозы от них я не исходила. Того, как они отреагировали, я никак не ожидал. Существа уставились на меня, а в следующий миг упали на колени и приступили к чему-то, что напоминало некое ритуальное поклонение. Я пытался заговорить с ними, но они не поняли моего языка. Вместо этого создания восторженно махали руками, призывая меня следовать за ними. Пока мы шли, я стал замечать, что вода под нами меняет цвет. Медленно, исподволь, из темно-синей она становилась тускло-оранжевой. А после тускло-оранжевого цвета вода приобрела кристальную чистоту. Я так увлекся водой, что едва заметил, как мы достигли лестницы. Взобравшись, мы оказались в деревне, расположенной примерно в 10 метрах над водой.
Сюда можно попасть лишь по веревочным лестницам, что тянутся от нижних мостов к жилому уровню, который находится приблизительно на полпути к вершинам гигантских деревьев. Очень интересно наблюдать за повседневными делами местных жителей. Даже после многих часов наблюдений я совершенно не понял, чем они занимаются. На закате они жестами пригласили меня следовать за собой и отвели ко входу в огромную хижину. Когда я вошел, то к своему удивлению обнаружил, что изнутри хижина кажется просторнее, чем снаружи. Стены украшал сверкающий металл, а в центре помещения восседал вождь этого народа. По крайней мере, он походил на вождя, поскольку сидел в метре от пола на внушительном троне. Это могучее существо, разодетое во множество ярких диковинных тканей, окружало стража. Рядом с вождем сгорбился очень старый человек. Во всяком случае, он до некоторой степени походил на человека. Его волосы, которые росли только на лице и голове, были полностью серыми, почти белыми, и свисали вокруг щуплого тела. Тощая голова едва держалась на кривой шее, отчего ему даже не удалось поднять на меня взгляд. Но что удивительно, это создание могло говорить на моем языке. Вскоре после этого мне выделили спальное место, указывая жестами, что я могу поспать. Я жажду узнать больше. Как я и полагал, древнее существо — человек. Однако он очень стар и кажется почти безумным. Тем не менее, жители деревьев почитают его словно бога. Ко мне они теперь относятся точно так же, и от этого мне очень неуютно. Понять этого старика практически невозможно. Голос его слаб и при этом груб. Он многое перенял из языка древесных жителей. Он мне сам сказал, что не говорил на родном языке целую вечность. Он пытался изложить мне историю этого места. Далее следует моя лучшая расшифровка. Или что? Его бормотание. Много лет назад в этих местах люди, обитатели деревьев жили вместе на большом острове. Они мало общались. Люди обосновались на земле, а высоко над их головами расселились древесные жители. Иногда остров сотрясали возникающие неожиданно загадочные толчки, некая разновидность вулканической или тектонической активности, полагаю. Иногда легкие, иногда мощные, толчки эти не длились долго. Как только они прекращались, все возвращалось в норму. Однажды все изменилось. Снова начались толчки и быстро достигли невиданного уровня. Вскоре стало понятно, что весь остров медленно погружается в океанскую пучину. Множество людей погибло в тот день. Они принесли себя в жертву, пытаясь остановить затопление. Люди, пережившие катастрофу, перебрались на деревья, где постепенно вымерли, возможно, потому что не приспособились к таким условиям, но в этом я не уверен. Такую историю поведал мне старик, и хотя многие легкие детали ускользают от моего понимания. Особенно сбивает с толку способ, которым люди спасли остров от полного погружения. На самом деле, я сомневаюсь в точности этой части рассказа. Остров, должно быть, остановился сам по себе, но старик верит в правдивость сказанного, словно сам присутствовал при тех событиях. И обитатели деревьев чествуют его, и, похоже, всех людей как будто... Он зачеркнуто те герои или боги. В общем, как будто, да, герои или боги.
Старик закончил нашу сегодняшнюю встречу поступком, который я никогда не забуду. Он начал крепко сжать мне руки, бормоча что-то об отдыхе и сне, а после произнес: «Мы надеялись, что ты придешь раньше». От этих его действий и слов меня объел неожиданный ужас. С большим трудом он поднялся на ноги. Я хотел было помочь ему, но он оттолкнул меня силой, какой я и вообразить не мог в таком чудовищном теле. Обитатели деревьев тихо обступили его. Лица их были очень торжественными. Затем они преклонили перед ним колени. Он обошел всех, возлагая руку им на головы. Все это время он бормотал слова, которых я не понимал. Наконец он повернулся ко мне и улыбнулся, потом закрыл глаза, вышел за дверь и шагнул с узкого мостика в пустоту. Древесные жители хранили молчание. Вереница их потянулась к ближайшей веревочной лестнице. Спускаясь, я увидел, как несколько из них подняли тело, он упал на нижний ярус мостиков или мостков, и унесли. Его уложили в самом конце похожей на пирс конструкции. Использовав какое-то зелье, одно из древесных созданий подожгло причал, и я увидел, как пламя объяло покойного старика. Во время этих странных похорон вода вокруг пирса окрасилась в бледно-зеленый цвет. Этим утром я проснулся и понял, что с трудом верю в события предыдущего вечера. Насколько хватает глаз, вода вокруг бледно-зеленая. По какой-то причине сна больше... она больше не меняет цвет. Пока я бродил по переходам, существа с любопытством наблюдали за мной, гадая, что же я буду делать дальше. Они постоянно оказывают мне странные знаки внимания. Я даже обнаружил еду на пороге комнаты, в которой ночевал. Это уникальная раса. Надеюсь вскоре изучить их язык, что позволит лучше понять их. Там много еще? Да, очень много. Ладно, синие почему-то. Я прожил в этом мире 3 с небольшим месяца, и древесные жители проявили большое гостеприимство. Я даже начал немного постигать их язык. Я решил отправиться домой и подольше побыть с моей возлюбленной супругой и сыновьями, и надеюсь вернуться вместе с ними. Жили они, видимо, здесь, на местах, кажется. Однако я уверен, Катерина снова откажется, да. Думаю, эпоха эта произведет на них неизгладимое впечатление. И мне не терпится увидеть, как Сирус и Акинар отнесутся к этим любопытным созданиям. Как и ожидалось, Катерина предпочла остаться. Мои сыновья возвратились со мной и пришли в полный восторг от этой эпохи. Они прекрасно ладят с древесными жителями и схватывают их язык на лету. У меня нет сомнений, пройдет совсем немного времени, и ребята смогут общаться с местными лучше, чем я. Завтра я отбываю, чтобы проведать эпоху Асмаян? Ты имеешь в виду эту эпоху или... В общем, Асмаян. Сирус уговаривает меня разрешить им с братом остаться. А, нет, это другой какой-то Асмаян. Хоть эта идея мне и не нравится, я понимаю, мальчики быстро растут. А при таком гостеприимстве здешних созданий, думаю, нет места лучше, чем чтобы ненадолго оставить моих сыновей одних. Так что я удовлетворил их просьбу. Я предупредил мальчиков,
чтобы те не использовали в своих целях уважительные отношения древесных жителей. Кажется, они поняли мои наставления и, надеюсь, в будущем будут им следовать. К моему большому разочарованию, по прибытии в Эвердюнс я обнаружил, что раса Чучхотик по-прежнему угрожает Пран и ее народу. Я узнал, как они выживают, планируют вернуться к ним вскоре после того, как навещу Сируса и Акинара. Ага. Чтобы узнать больше, смотри дневник Эвгр... Ну, может, посмотрю, если он есть. Встретившись с сыновьями, я вижу, что дела у них идут неплохо. И думаю, что можно не беспокоиться и позволить им жить в лесу на воде еще какое-то время. Древесных жителей слегка опечалил мой уход, однако они рады, что Сирус и Ахинар снова останутся с ними. Я отсутствовал 3 дня и посетил множество мест. Сегодня мне пришлось рассказать сыновьям о смерти. Пран, и это их заметно потрясло. О смерти Пран? Хоть они и помнили ее мать по детским воспоминаниям. В общем, сегодня мне пришлось рассказать сыновьям о смерти Пран. И это их заметно потрясло, хоть они и помнили ее лишь по детским воспоминаниям. Катерина полагает, что благоразумнее будет, если Сирус и Акинар на время покинут лес на воде. Я согласен с ней. Когда я опять оставлю эту эпоху, они отправятся со мной. Я сказал сыновьям, что через 2 дня мы уходим. Всю ночь они рассказывали мне о путешествии, которое совершали в мое отсутствие. И это поразительно. Похоже, они построили вместе с созданиями лодку и бороздили близлежащие воды. Я наслаждался, слушая восхищенные рассказы об их приключениях. И вспомнил свои собственные детские похождения. Теперь я понимаю, почему древесные жители щедро снабжали меня своими чернилами и настаивали, чтобы я писал ими. Просматривая кое-какие предыдущие записи, я заметил, что из черных, или какими они точно были, не помню, те сделались разноцветными. Я показал дневник некоторым существам, и те смеялись и вопили. Не подозревал, что у них есть чувство юмора. Да я и сам не могу удержаться от смеха, когда смотрю на этот цветастый дневник. Завтра мы возвращаемся домой, так что мои сыновья проводят последний вечер в обществе существ. Мальчики сказали, что хотели бы снова посетить лес на воде, а также спрашивали, могут ли в одиночку отправиться и в другие эпохи. Мне, конечно, нужно обдумать их просьбу, однако считаю, что ребята доказали свою ответственность и надежность. Без Катерины я не могу решать, готовы ли они странствовать в одиночку, а сейчас мне нужно попрощаться с древесными жителями, ведь я не знаю, когда получится еще раз навестить эту эпоху. Захватывает. Я думаю, что это один из тех миров, которые мы как бы должны, в кавычках, должны навещать первыми, потому что туда так легко попасть. Ну, может быть, я и ошибаюсь, может быть, мне только кажется, что это один из легчайших способов попадания хоть куда бы то ни было. Ну, в любом случае, давайте прямо сейчас возьмем и попадем. Ну вот, я не убирал огонь полностью и думаю, что дерево наверняка сможет меня и пустить, и опустить под землю. Заходим. Да, это уже явный прогресс. Ой, сейчас выяснится, что я просто не до конца спустил. Нет, вроде бы... Да, я могу выйти.
все нормально, я могу выйти. Прекрасно. Я сделал это, прорвался в удивительное место. Мне так нравится, что есть эта лампочка. Она мигает. Я могу тебя еще подсветить, лампочка. Ладно, отправляемся. Ну вот и пока все. Кажется, мы за два относительно больших видео прошли вообще все, что я когда-либо выкладывал по первому месту. Поэтому дальше только открытие и всякое такое прочее. Вы наверняка с замиранием сердца слышите эти слова, ожидая, что вот он опять бросит прямо сейчас. Ну посмотрим. Я думаю, так не получится. Bye.